Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Привет! Хочу рассказать вам о том, каким образом надо оценивать приходящих в вашу организацию новых партнеров. Как о них судить? Хотите узнать? Ответ такой. Лучше всего о них не судить. И лучше их не оценивать. Пусть себе работают. А вы работаете дальше. А вот если вы начнете их судить, ценить и чего-то от них ожидать, и тем более требовать, если вы начнете на них рассчитывать, если вы будете надеяться, что они сейчас возьмутся, засучив рукава, и начнут пахать, как сумасшедшие, то это неправильная позиция. Ваши новые дистрибьюторы-партнеры пришли для того в бизнес, чтобы улучшить свою жизнь и заработать денег. И пусть этим и занимаются. И вы не можете их не подхлестнуть, не научить, не наругать, не заставить, если они этого не захотят. Захотят – хорошо, не захотят – тоже отлично. Работайте дальше, рассказывайте людям о бизнесе, и пусть они делают с этим бизнесом все, что захотят, а вы двигайтесь дальше. И я вас уверяю, вы найдете людей, которые ни хрена не будут делать никогда. Вы найдете людей, которые через месяц остынут, потеряют интерес к тому, о чем они так громко кричали, радовались, когда записывались в ваш бизнес. Их будет очень много. И, наконец, вы найдете людей, которые будут что-то делать. Они будут делать и делать, но не так, как вам бы хотелось. Они будут менее энергичны, менее любознательны, менее рискованны, менее открыты этому бизнесу, чем вы. Но они будут. И вы никак не заставите их измениться. Если вы будете продолжать, то у вас появятся люди, которые будут пахать, как звери, которые будут гораздо лучше вас, которые это, строя свой собственный бизнес, и сделают вас богатым. И если они придут, а они придут в обязательном порядке, то вы счастливый человек. Работайте, и они у вас будут, и вы разбогатеете. Желаю вам удачи.